В Магадане второй день идет голосование по поправкам в Конституцию. В регионе открыли 85 избирательных участков из 86. 39-й в областной больнице откроют 1 июля. Также на территории Колымы развернули 20 стоек волонтерского штаба. В них можно взять флаеры, на которых написаны предполагаемые поправки к главному документу страны. Кроме того, волонтеры рассказывают жителям областного центра о сути поправок и поясняют, где и как можно проголосовать. Действовать информационные центры будут до 1 июля. Тогда же, в день единого голосования, волонтеры Конституции будут выдавать средства индивидуальной защиты на избирательных участках.